Сегодня в нашей студии люди, без которых не проходит ни один праздник. Обожаемый ребятнёй клоун Алекс и певец Борис Гуреев. Здравствуйте. Добрый день. Доброго дня. Мы пригласили вас сегодня не случайно. Программа «Объявите меня, пожалуйста» уверенно шагает по концертным площадкам округа. Расскажите вообще о проекте и уже какая по счету будет ближайшая программа? Эта программа задумывалась мною 8 лет назад. Я ее написал на площадку нашей музыкальной школы. Площадка шикарная, но она бездействует. Вот. И я хотел приглашать людей, которые известны, например, как Борис, Валентина Тарантова, Наталья Синица. Вот. И моих друзей-артистов цирка, которым нужны зрители, репетиция на зрителей. И уже такое есть. Приезжает нам Наталья Мезенцева, на клоунесса, она свой номер показывает нам, жителям Ленинского городского округа. По счету программа будет юбилейная, 5-я. Могу сказать, кто будет гость. Расскажите. Гость будет замечательный человек, очень талантливый, очень красивая женщина. Это Татьяна Брылова. Обычно здесь аплодисменты. Борис, а вы активный участник этой программы. А почему решили вообще? Не только активный, получается, как первооткрыватель, да, потому первый, что да. Очень долго Алекс согласовывал данное мероприятие, говорил, что не получается, вот надо начать. И 15 апреля вот решил он стартануть именно с моей персоной, Миши Бондарева. Очень много было переговоров, диалогов, утверждения площадок, но все-таки оно состоялось. И, как правило, когда к Алексу на программу бежишь просто, никакого сценарного плана у нас нет, все по факту. А это заранее он прислал и сценарный план, кто за кем выступает, и какая должна быть помощь, там, песня с семьей, песня со зрителями, рассказать о себе. Соответственно, было волнительно, признаюсь честно. Я справился. Так, Алекс, ну сегодня вы не случайно принесли грамоты, хотели их вручить. Да, дело в том, что, обратите внимание, значит, благодарность. Вот, у Бориса семья творческая. И значит, Боречка, Гурееву Глебу. Это значит, вручает руководитель Ксения Князева за участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню России. Это вам, как папе. Благодарю. Но да, благодарность вручается Гурееву Борису. Аплодисменты. Вот, обычно здесь аплодисменты. А руководитель Вячеслав Исаев за участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню России. Боречка, спасибо вам большое. Благодарю. Участвуйте, да, сохраните. Так, и когда следующая программа, чтобы пригласить всех желающих? Да, я приглашаю вас со всеми вашими родными, близкими. Приглашаю вас, дорогие жители и гости Ленинского городского округа. 18 июня по видновскому времени кинотеатр «Искра». Начало в 11:00. Вход свободный. Приходите с друзьями, знакомыми. Будем вас ждать. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо за приглашение. Я напоминаю, что у нас в гостях были клоун Алекс и Борис Гуреев.